Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like you. Итак, ну что же, здравствуй, здравствуй, Болгария, здравствуй, солнечный берег. Здравствуйте, дети и взрослые! Что же, вчера мы соревновались. Вчера лучшие из лучших нашей страны показывали свои умения в хореографическом искусстве. Танцевали, получали огромное количество эмоций, что зрители, что выступающие. Ну и спустя целые сутки наши судьи уже подвели итоги и готовы назвать победителей. Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk.
no te dejes guiar pa' mí, no. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camino? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude. А это ж только начало, друзья. Все, сцена не выдержит, наверное. Поделитесь своими впечатлениями по поводу фестиваля. Ну, здесь очень все просто. Я в этом сезоне отсудил много фестивалей, и это был лучший, вот и все. Это был лучший фестиваль, вы представляете? Влад, второй вопрос. Что вам больше нравится, диджей или танцевать? Мне нравится судить фестивали. Мне нравится все. У меня много видов деятельности, и жизнедеятельности, и работы. Они мне все доставляют удовольствие, каждый по-своему. Вот сегодня для детей, для такого огромного количества детей я диджеил впервые, честно говоря. Как правило, это люди повзрослее, в ночных клубах, с алкоголем и так далее. Но сегодня это было как-то по-особенному, настолько душевно, настолько они завелись сами, завели меня, чуть не снесли сцену. В общем, это круто было. Хорошо, Влад, завершающий вопрос. Что бы вы пожелали поколению танцоров теперешнего? Знаете, несколько коллективов, которые вот заняли самые высокие места, им на самом деле нечего желать, потому что у них есть все, у них есть желание, у них есть родители, которые им, ну, как минимум не мешают, как максимум помогают заниматься. И есть классные, профессиональные, толковые преподаватели, которые это делают, к тому же, с душой. Поэтому я желаю всем лучшим коллективам, которые мы видели сегодня, просто продолжать в том же духе, и я буду спокоен за танцевальное будущее нашей страны. Вот. Ну, а всем остальным подтягиваться к их уровню. Влад, румба или джайв? Соло. С вами был Влад Яма, Саша Типи. Это Art Summer Fest 2017. Влад, бицепс. И
Итак, добрый вечер. Мы вот так просто ходили по Солнечному берегу и встретили популярнейшего в Украине человека. Катюх, привет, как тебя зовут? Привет, зовут Катюх. Как тебя? Меня зовут Саша. Здорово. Кать, такой вопрос. Как тебе фестиваль? Поделись впечатлениями. Ну, на самом деле, очень хороший фестиваль, очень приятная обстановка. Хорошие дети, очень талантливые, очень перспективные. И видно этот огонь в глазах, искру. Естественно, мы не могли не заметить этого. И это очень вдохновляет. Могли бы вы что-то сказать будущему поколению по поводу, как вдохновляться, как идти дальше? На что обращать внимание? Ну, мне кажется, тут нужно даже актуально начать с фразы «что такое танец?». Как бы это ни очевидно и банально звучало, действительно, танец – это жизнь. И когда дети с раннего возраста начинают познавать эту жизнь, они открывают себе все больше и больше внутренний, собственный, личностный мир. И очень хочется, чтобы дети, которые познали эту культуру, несли дальше все вот светлое внутри, то, что у них есть. И я думаю, что танец им поможет. Тело – это, конечно, всего лишь инструмент, который нужно оттачивать в залах. Это все с возрастом, с опытом, с практикой. А вот это у них настоящее, которое сейчас есть, то, что мы видим, то, что мы наблюдаем. Хочется, чтобы это развивалось и шло в том правильном направлении, которое сейчас мы видим сегодня здесь. Вот, я желаю удачи во всех начинаниях, чтобы не бросали, чтобы углублялись и помнили, что танец прежде всего это искусство, искусство это культура, и ее нужно чтить, вот, и нести в массы. Вот. Да. Вот. С нами была Катерина. Отпускаем Катю спать. Держите микрофон, Катя. Спасибо. Маш, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что, на ваш взгляд, является искусство танца, Маш? Что-то космическое, красивое, и то, что заставляет людей думать о чем-то определенном. Какие у вас впечатления по поводу Art Summer Fest 2017 года? Очень теплые впечатления, яркие, и вот как-то в целом... Я была уставшая после года, но дети, они вдохновили, подпитали, показали, что все развивается, не нужно опускать никогда руки, и что все идет вперед, и приятно то, что это на территории Украины развивается. Ну, потому что мы всегда смотрим на Западную Европу, на Америку, и вот уже появляются какие-то просветы развития. Как вы считаете, удалось участникам прочувствовать вот это что-то космическое? Определенно, определенно, да. Дети четко понимали, о чем они танцуют и зачем они танцуют. Это всегда видно со стороны, вот с первого движения, вот с первого шага на сцену. Маш, порекомендуйте нашим молодым танцорам, что нужно делать, если не получается? Если даже не получается, но это действительно... этого человека, вот родное, и оно действительно в нем есть, оно все равно придет. Ему не удастся избежать этого. То есть все равно будет потом какой-то подъем, и все стабилизируется. Маш, вы представляете, что сейчас происходит в мире, пока пишется это интервью? Стоп, камера! Новый дубль! Помните эту штуку «Куча мала»? Помните? Куча мала! Доброго вечора, панове. То не якийсь канал СТБ, не 1+1 і навіть не ICTV. Це прямий ефір з Сонячного берегу. Країна Болгарія. І тут ми зустріли Богдана. Він вважає, що загоряти під луною набагато краще, ніж під сонцем. Чи це правда, Богдане? Да, мені кажется, що під луною загар ложиться більш рівномірно. Богдан, такий вопрос. Які впечатлення у вас о фестивалі? Очень-очень хороший фестиваль. Мне действительно очень понравилась атмосфера, мне понравились и выступающие конкурсанты, и это дети, коллективы, руководители очень отзывчивые, и они стараются для детей, это очень видно.
Это правда очень круто, когда руководители стараются для своих детей. Не просто делают вид, что они что-то делают, что где-то развиваются, что-то придумывают, а действительно по факту делают то, за что они называются руководителями, хореографами, творцами и так далее и тому подобное. В основном говорят, что вот застыла хореография в 90-х годах, вот в начале 2000-х. Видно было на фестивале, что все-таки шагнула вперед хореография, и постановщики, руководители стараются внести что-то новое, экспериментировать, стараться что-то сделать необычно. Я понял. На самом деле, вот именно на этом фестивале, вот то, что вчера было, был именно фестивальный день, конкурсный день, да, я заметил, что есть коллективы, которые действительно стараются быть актуальными и делают то, что идет в ногу со временем, да. Но, к сожалению, не каждый фестиваль может похвастаться таким, таким уровнем и такой, такой картинкой, когда ты приходишь, и ты понимаешь, что это все вот приятно смотреть. И мне это нравится. Приятная музыка, хорошие постановки и так далее. Вот этот фестиваль действительно для меня является показателем фестивалей, именно фестивалей в Украине. Не конкурсов, не чемпионатов, а именно фестивалей. Потому что в основном фестивали — это показательные выступления. А здесь ребята боролись за победу, и была реально напряженная борьба, особенно что касается Гран-при. Поэтому вот Art Summer Fest для меня — этот фестиваль прорыв года, по моей версии. Я очень много отсудил фестиваль. Отвечаю, серьезно. Вот Art Dance, который был, и вот Art Summer Fest, для меня это самые организованные, самые качественные, самые красивые и, наверное, самые приятные по ощущениям. Вот ты приходишь, за все как-то очень по-домашнему. Ну, не знаю, и организаторам за это огромное спасибо. Что бы ты пожелал молодым танцорам? Твои вот напутствия, наставления? Что бы я пожелал? Если вам что-то не нравится, берите себя в руки и меняйте это. Потому что удача, ждать нужного, удобного случая, или как повернется судьба, черно-белая полоса, черно-белая кошка. На это нельзя рассчитывать. Судьбу мы пишем сами. Поэтому бери себя в руки, иди и делай то, что тебе нравится, то, что ты любишь. Только тогда ты окажешься на своем месте. Когда ты окажешься на своем месте, для всех это будет круто. Не только для тебя. Все будут счастливы, и ты будешь счастлив. Ну что быть, по коктейлю? По коктейлю. Погнали.